Так, здравствуйте, с вами снова Алексей, это значит, что вы смотрите YouTube канал Paradigm. И у нас осталась только одна миссия в Спектромансере. Это вот она, хозяйка воздуха, огня и воды. В общем, целый аватар тут нарисовался. И на ее стороне воздушный дух, даже два. Да, вот. Атака равна количеству вражеских существ. То есть, нам лучше не вызывать существ. Прикольно. Я даже не знаю. Как мне так делать? Давайте так заделаем. Возможно, будем переигрывать. Да, вот паучиху плохая идея сейчас вызывать. Если даже мы гидру, допустим, вызовем, то получается она 3 единицы урона всем наносит. При этом у духа будет атака по единичке и опять же всем урон наносит. То есть они как 2/3 гидры получается уже, если мы кроме гидры ничего не вызовем. Накачиваем себе ману и ждем, пока на нас нападут. Вот. Отлично, воин, который наносит своему хозяину урон. Неплохой выбор, не спорю. А вот это неплохой вариант, кстати. Чего я не подумал. Так, 3 раза долбануть и все. Повезло нам с тем, что мы за смерть играем. Еще раз долбаню. Сейчас еще 3-й раз долбаню. По сути, это ж чего нам терять? Мы ждем гидрочку. Выдрочку. Да, нехорошо. Атака довольно большая скапливается. Давайте, наверное, сначала выведем этого чувака и сразу же уничтожим одного элементаля. Неплохо, да? Это дохрена необыкновенно. Я надеюсь, у нее больше нету таких способностей. Потому что я явно продую. Слышишь, я тоже так умею. Естественно, это не все. Грозовая куча. Нас убьют. Не, ну на. Вот я об этом и говорю. Такие миссии, они меня выпешивают. 25 единиц урона. 25. Нужно еще подождать. Нужно больше урона. А здесь сколько? 12. Ну, одного мы убьем, второго почти убьем. Или же вот это. Силу воздуха нужно. Как бы ей так снизить здоровье, я вот думаю. Ну давайте так, нам еще не грозит полное уничтожение. Я надеюсь на это. Вот тем более.
Ох, пронесло. Сейчас, короче, тебе жопа. Ха-ха-ха. Все. Видите, иногда следует просто рассчитать, что нам нужно убить именно противника, а не отражать атаку его существ. Итак, у нас еще один противник. Но этим мы займемся в следующей серии. С вами был Алексей. Вы смотрели YouTube канал Парадигм. Подписывайтесь, ставьте лайки. Просто смотрите. Мне как бы плевать. До следующих серий.